Денис, знаешь, где у меня Камри стоит? Да. Рядом с Эндиком. Чему? Я не знаю, таксишку вызывай, я сейчас сам буду вызывать себе. Мат, кругом опад, кругом опад. А можно до парковки подвезти, брат? Да, до любой, до ключика просто, это, до спавнить тачку. Делается грустная моя на капоте. Спасибо. Я в 6 лет учусь на врача и думал, у меня будет... Я в 6 лет учусь на врача и думаю, у меня большое будущее, так же я подбахну. Бля... Бля, чел походу в натуре бахнут. Алло. Алло. Чё, где этот тикток, который я скинул? Вам всем. Понятно. Разговаривай без матов, дуралей. Алло, так что даст кто денег мне? Даст кто денег или нет? Алло, подъем, ну. Дайте деньги. Да. Я жду, когда Кичгас мне деньги отдаст. Дайте Когда ты мне деньги отдашь. Дайте я тебе дам. Ребята, ну пожалуйста. Когда? Накоплю, отдам. Так я не понимаю твою логику. Смысл мне тебе сейчас отдавать эти деньги, чтобы ты потом накопил и все. Ну смотри, ты мне даешь 60к. Ты мне сказал, ты мне их отдашь вечером. Я тебе даю 60к. У меня будет 120к. Я накоплю, короче, дохожу до 200к, 100к тебе отдаю. Ребята, дайте денег. Арсений, скинься на тачку, помнишь, я тебе на тачку скидывался? Помню. Ну так вот. Ну, делай Денис, добро. Я подъеду. Делай, да, вообще-то добро делается бескорыстно. Ну, да. О, короче, я поехал, сам доедешь. Сколько тебе дать надо? Где? Водитель, уступите дорогу. А ты где вообще? А, вон же ты стоишь. Да у меня тут ФПС пипец, я не хочу долго задерживаться, вот. А где ты? А, о, молодец, не сбил. Как? Ой, куда? Да, алло. Нет, ну что? Ой, нет, почему? Продолжаем? Спасибо, Фи. Алло, продолжаем? Да, знаешь, да, куда, конечно. Мы едем? Смотрите, вот такой же мне надо будет купить. Денис, знаешь, куда мы едем? Как раз я на цели своей. Сбрасывать тебя с тобой уже купить. Ставь на 5х, постоянно на 5х просто. Сколько ставить? Мочи 5х. Сколько? Мне 1000. По косарю. Куда ты едешь? Ну, сбросил тебя. Сколько ты поставил? Я не ставил еще, я не успел. Я лучше протянусь. Зеленый. Нет, почти. Я не поставил. Белый. Но сколько?